Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Виндаванам Манохарам Ванча калпатару ашаки пасинду бхавача патитананг павуне бхавишна бибхьо намо намаха мукам кароти вачалам пангум ланхет гирим ятки патамханг банди парамананда мадвам бриндавай тулсиде пайпиявай кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарунча Ивана Даттамам Девинг Сарасвати Васам Тато Жайо Мудира Санкиртане Кришна Като Упадеше Гаурия Паттасо Пакасане Ча Тадану Ракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагод Баруном Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тиртас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарнарвиндам Ятпад Паллаванакачандамани Чатая Бисфуриджита кемапигавадушва дарши Пурунану рагара сасагара сарамуртихи Сарадхикамай када кипам карус Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламмита бхужау канака бодато Санкетаной капитаро камала айотакшо Вишамбару дижабару югодхарма пало Банде жагат приякару Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Муктинча муктинча тада синитам Бхаванурупенна сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши тавам бхагам Нараяно прияманангу мада пхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Санатам Вагиша Джоша Падане Лакшмир Джоша Чабакшаси Ясасте Хиде Самбир Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Hare. Jasyasti bhaktir bhagavatya kinchana sarabhagunai stattra shamasati sara haru abhakta shakuto mahodaguna manorathe na sato dhavatovi. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunai stattra shamasati suraha haru abhakta shakuto mahadguna manorathena asato dhavato vahi. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told, a Vaishnava can never feel any attraction for anything in this material world. Anything in this material world, nothing in this material world, nothing in this within the material world can attract a Vaishnava. Attraction. Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что вайшнавов ничего не привлекает в этом мире. Для чистых гуру вайшнавов нет ничего, чтобы привлекало их в этом материальном мире. Шишила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, те, кто чистые гуру вайшнавы, они могут понять, that all unstable in this material world. Что все в этом материальном мире, оно не вечно, оно временно. You may demand, I also understand. Мы можем отрицать это. Everybody can demand that I also understand that everything is или понимать, что все временно, не вечно в этом материальном мире, но это их и, как правило, это люди не осознают полностью, они могут как-то знать, что мир не вечен, но чувство, подлинного чувства невечности мира у них нет, но чистый гуру вайшнава именно чувствует, что в этом материальном мире нет ничего, ничего вечного, все временное. Чистые гуру вайшнава могут видеть последствия всего. Они могут видеть последствия тех или иных явлений. Мы думаем о каких-то материальных вещах, но гуру вайшнава они могут видеть гораздо дальше. Даже то, что случится спустя сотни лет, гуру вайшнава не могут предвидеть это. Они могут понять прошлое, настоящее и будущее. И вот поэтому они понимают последствия всего, поскольку их даршан, их видение, мировоззрение, оно открыто со всех сторон. Наш даршан, наше мировоззрение, оно находится под влиянием майя. Мы можем видеть какую-то одну сторону вещей. Шрила Прабхупад приводил пример. Что это за пример? Может быть, вы видели, как лошади, например, может, вы видели. Horse is going, suppose the mountaineering police or the controlling the horse. First of all, he is going to put one cover here. Cover this. So that the horse cannot see here. То есть у лошади есть. Horse can see only the track. Этим, horse can see only the track where to put leg. В общем, делать такое приспособление, чтобы лошадь видела только прямо и не было видно ей, что по сторонам. Поскольку если она будет видеть, что происходит по сторонам, она не поймет, куда ей нужно идти. И поэтому ставят такие пластины, ограничители около глаз, чтобы лошадь видела только то, что
находится прямо, и, соответственно, шла по этому прямому пути, а не скитала, не виляла, где попала. И вот так же, если у нас есть преданность, то мы должны смотреть только на Гуру Вайшнавов и на тот путь, который они указывают. Если мы полностью предались лотосному стопам Гурудева, то обязанность Гурудева — это контролировать нас, чтобы помогать нам видеть, слышать. Он будет контролировать наши действия и все остальное. Если вам это не нравится, то это не есть путь самопредания. Кто-то терпеть не может, когда он находится под чьим-то контролем. Если вы потеряете ваше терпение, то тогда вы не сможете стать вайшнавами. Если вы потеряете терпение, то Гурудев столько требует от вас, следует тому и всему, то вы потеряетесь и не сможете достичь успеха. Все наши действия, наши мысли, наши действия, все должны быть под контролем Садгуру, под Садгуру. И тогда вопрос успеха может прийти в нашу жизнь, иначе нет. Шрила Прабхупада дает другой пример, почему Гуру Вайшнавы могут видеть все, а мы не можем. Почему мы не можем понять, какова причина, по которой мы делаем то или иное. Шрила Прабхупада говорит, или то, что делает Гуру Вайшнавы. И Шрила Прабхупада говорит, что даршан, Гуру Вайшнавы, our darshan is incomplete darshan. Он полон. Охватывает все 360 градусов, а наш даршан, наше мировоззрение, оно угловатое. Мы видим только то, что-то с какого-то определенного угла. И не видим, что справа, слева и сзади происходит. And another line I draw just vertical. Vertical, you know? Vertical. This one line I draw. After that, just vertical line. Going to intersect other straight vertical. Then all this is 90 degree. This is 90. This is 90. This is 90. Okay. Then 90 degree angle. Now our darshan is there. Maya always try to control our darshan. What do you mean? No, our darshan has some aperture. I mean. Наше восприятие мира, оно не полное, мы видим только часть всего. Но если мы совершаем даршан, то по милости Гуру Вайшнавов мы увеличим наш даршан, мы увидим больше. Чакшу шайва аньяна сампраджуктам. What I say? You can remember this slogan? Yatha yatha atma parimijyate asau matpunna gatha savano vidhanai tatha tatha pashyati vastu siksham чакшу шайва аньяна сампраджуктам. It depends upon our satsang. Это зависит от нашей сатсанги. It depends our bhajan, improvement of our bhajan. Качество нашего бхаджана зависит от сатсанги. Не пытайтесь понять меня превратно. Качество нашего бхаджана зависит от вайшнава санги. Совершаем ее или нет, если мы скажем да,
то я могу проверить вас и посмотреть, по-настоящему ли вы совершаете сатсангу или нет. Некоторые совершают сатсангу и также асатсангу, поэтому они не получают результата. Но Шрила Прабхупад говорит, сатсанга значит сатсанга. Сатсанга значит именно подлинная сатсанга. No question of satsanga. Никакого вопроса о сатсанге не должно быть. Сатсанга значит совершенная сатсанга. Если мы совершаем сатсангу, то тогда у вас не будет никакого вкуса к сатсанге. Но это происходит в том случае, если ваша сатсанга совершенна. Это признак. Признак подлинной сатсанги то, что у нас не будет никакого стремления и вкуса к асатсанге. Это свидетельство того, что ваша сатсанга на настоящая. И та подлинная сатсанга, она даст нам успех на пути нашего баджана. Что такое баджан? Баджан – очистить наш даршан, наше мировоззрение. И чем больше вы совершаете сатсангу, тем больше ваш даршан, тем больше ваше мировоззрение, мировосприятие, оно увеличивается. Now your darshan power coming to vertical, you know, vertical darshan, this was vertical line. Now you are parallel with this line. Now your darshan is open. Смысл в том, что чем больше мы совершаем сатсангу, совершаем баджан, тем больше становится угол нашего восприятия. Not full darshan. То есть мы уже видим не частично, а более полную картину всего. Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакура, если мы слушаем Харикатху все время, то наша сила мировосприятия, мировоззрения, оно увеличится. То есть Махарадж говорит, что будет, когда мы достигнем совершенства, то тогда мы уже будем видеть не только там настоящее, а также прошлое, будущее. То есть будем видеть suspect, все на 360 градусов со всех сторон. У кого-то могут быть сомнения насчет чистых Гуру Вайшнавов, но если вы обрели подлинный совершенный даршан, то тогда ваше сердце вы можете привести в гармонию с чистыми Гуру Вайшнавами. И вот это научное объяснение. Это процедура, с помощью которой можно идти в гармонии с чистыми Гуру Вайшнавами. Это не значит, что мы что кто-то служит Гурудеву 20 лет. Но опять же, это не кто-то может и дольше служить, но I can show you. I'm in Vasasan. I can show you. I can show you. Come with me. 35 years. Вот я видел какого-то севака, который служил садгуру 35 лет. 35 years. 40 years. After that fall down. Кто-то 40 лет служит, но потом все равно падает по какой-то причине. И как это возможно? Пытайтесь понять, как это возможно, что если мы заняты служением Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа или Шрилы Бхакти Ракшидарда Госвами Махараджа, и как можно пасть, если мы совершаем подлинное служение, то тогда мы должны, по идее, обрести ту же самую сиданду, тот же ачаран, то же настроение, то же чувство объекта нашего служения, но
не каждый может привести свое сердце в гармонию. И это свидетельство того, что их сева, она была неправильна. Они не были в гармонии с Гуру Падпадмой. И поэтому спустя служение, спустя столь долгое время служения таким великим душам, как Шрила Сиддхартха Госвами Махараджа, Шрила Пури Госвами Махараджа или Шрила Бхакти Госвами Махараджа, если кто-то чувствует вожделение, стремление к деньгам или еще к чему-то, каким-то материальным вещам. И или ненасытность всякими материальными желаниями, то как бы... То есть, если это признак, если у нас есть привязанность, стремление к каким-то материальным вещам, то это признак того, что служение было не настоящим. Махарадж говорит, что как кто-то даже в 75 лет может стать, даже не быть, а не стать, а идти на поводу вожделения после долгих лет служения садхгуру. Но это с одной стороны смешно, с другой грустно. Конечно, такие люди могут одурачить весь мир, но одурачить чистых вайшнавов у них не получится. Doing satsanga, doing perfect harinam, they can realize everything very clearly. Те, кто совершает подлинную сатсангу, повторяют харинам, они осознают все это. Они видят вещи такими, какие они есть. Иногда мы превратно понимаем, мы думаем, то, что мой Гуру Падпадма, он очень прекрасен. Но другой человек, я вот видел, как в Кальяне какой-то человек очень... То есть кто-то может думать, что какой-то человек похож на его Гуру Махараджа, но это неправильно. Особенно сравнивать каких-то материалистов с садхгуру. Это полностью неправильное восприятие. Мы не можем сравнивать любые качества чистых Гуру Вишнав. We cannot compare any quality of Guru Vaishnava with any material. С качествами каких-то материалистов. We cannot compare any quality of Guru, pure Guru Vaishnava with other man, outside man, who is not Vaishnava. Которые не Вайшнавы, поскольку. Whatever perfection. И какие совершенства, какие бы совершенства мы бы не видели в каких-то материалистах, все же мы не можем сравнить их качество с качествами нашего Гуру Дева, поскольку чистые Гуру Вайшнавы, их качества не трансцендентны, они апракрита. Может, у кого-то и какие-то прекрасные качества, но они, как правило, материальны. Внешне мы... Кто-то может видеть, что его качества, они хороши, но это не так. Такие вещи нельзя сравнивать каких-то духовных людей с материальными. Иногда мы можем иногда видеть, кто-то говорит, что пошел на даршан к Шри Бхакти Бхарати Госвами Махараджа,
А тут очень жестоко, не имеет никакой милости, но это неправильное восприятие. Поскольку пассивное вожделение есть в нашем сердце. You are going to see that Vaishnava according to the quality, I mean the standard you have inside your heart. Follow. Suppose you are going to see pure Guru Vaishnava. Если мы идем на даршан к чистым Гуру Вайшнавам, but your даршан is not perfect. Наш даршан не совершенен. I give already an example. Я пример привел. Now you are going to see the даршан of Бхакти Прамод. Получаете даршан Шрилы Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махараджа, например. Кто-то может сказать, что он очень смирен. Ну, недавно мы видели Бхакти Прагьян Кеша Госвами Махараджа, тот совершенно не смиренен. С точки зрения таких материалистов, но это неправильное восприятие. Поскольку в соответствии с нашим стандартом, поскольку у нас есть какое-то пассивное вожделение, и в соответствии с стандартом этого мы оцениваем как-то. Это такой оскверненный даршан получается. Мы хотим сравнить. We have a fanciful mind, no? According to fanciful mind, вот в соответствии с нашим I'm getting some support to catch some good quality of pure guru. Okay, but I'm not getting в соответствии с представлениями нашего ума. I cannot, that's why I cannot realize that кто-то может вот, видеть, как Шрила Пури Госвами Махараджа как милостивого и смиренного, а Шрила Кеша Госвами Махараджа как немилостивого и несмиренного, поскольку наше сердце не может принять стиль его поведения, хотя смирение у него ничуть не меньше. И хотя какие-то качества внутри Вайшнава они не всегда открыты перед нами, может быть, какие-то качества чистых Гуру Вайшнава, они не открыты перед нами. Но это не значит, что этих качеств нету. Это не значит, что Шрила Кеша Госвами Махараджа лишен смирения. Понимаете, о чем я говорю? That doesn't mean that Kesava Goswami Maharaj is devoid of humbleness. He has no humbleness. But Bhakti Prabhupada is a humbleness. Или то, что Шрила, ну кто-то вот видит, что Шрила Пури Махарадж смиренен, а Шрила Кеша Махарадж он не смиренен. Это оскорбительно, думаю, так в их адрес. Поэтому Шрила Прабхупада, если кто-то просил разрешения у него, можно ли пойти получить даршан Вадас Бабаджи Махараджа, то Шрила Прабхупада не позволял. Почему? Поскольку люди не могли превратно понять и какие-то, найти какие-то недостатки в нем. Эти чистые Гуру Вайшнава, они безупречны. Их поведение, оно безупречно, но все же, если пойти с материальными представлениями, то сложно их понять. И также мы сегодня будем говорить о великом преданном. Мы горды, мы преданные Гауди Матха, вечно благодарны Шиле Бхакти Бхарати Госвами Махараджа.
И вот он родился в Яшоре. Сейчас это на территории Бангладеша находится. И Гуру Падма, когда он был маленьким ребенком, Бхакти Памутпури Дев Госвами Махарадж. И в то время деревня была недалеко от того места. И Бхакти Бхакти Махарадж, он Paternal aunt. В общем, родственник по отцовской линии. See, he used to love my Guru Maharaj, small age, very small age. And the Radha Madan Mohan Vigraha, он очень любил моего Гуру Махараджа, и этот Радха Мадан Мохан Виграха в Кальяне, в Гайшпуре. Говорить об этом во время явления Гуру Махараджа. И в этом Гайшпуре я был много раз, и там это Виграха Мадан Мохана. Она может говорить с нами. And Guru Padma, и Гуру Падма, Бхакти Махарадж, used to love my Guru Maharaj, small age. И вот этот родственник по отцовской линии, он очень любил Гуру Махараджа. И вот он родился в Яшоре, но в очень... Но его отец ушел из этого мира достаточно рано, и их семья была очень бедна. Тем более этот отец умер, и старший брат, он был там, и мать тоже была. И чтобы помочь им, он вынужден был работать на какой-то государственной работе. Вначале он пытался получить образование, потом хотел как-то помочь семье, работая где-то, потом был вынужден жениться, поскольку в то время была такая общепринятая практика, что детей и людей женили еще детьми, но у него не было привязанности. И когда Шрила Прабхупад отправился в тот район, в Восточный Бенгал, и в то время Бхакти Махарадж услышал его харикатху. И это харикатха, которую он услышал от Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупады, это был поворотный момент в его жизни. Хотя внешне выглядит, что так произошло, но он, по сути, был лично спутником Шрилы Прабхупады. И вот, услышав харикатху от Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупады, и вот когда он услышал эту харикатху, его жизнь, она изменилась, он оставил свой дом. И он хотел присоединиться к миссии Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханты Сарасвати. И Шрила Прабхупад обнаружил, он понял, что он прекрасный преданный. И особенность Шрилы Прабхупады была в том, что если он смотрел на кого-то, он понимал, что у кого-то есть какие-то особые качества, и тогда Шрила Прабхупада
хотел использовать эти качества для проповеди Гауравани. Как я уже сказал, Вайканас Госвами Махарадж, еще не прошел год с того момента, как он получил дикшу, и Шрила Прабхупад уже дал ему саньясу, поскольку Шрила Прабхупад видел каждое сердце, поэтому кому-то давал Харинам дикшу одновременно, как в случае с Шрилой Бхакти Гурав Вайканас Госвами Махараджем. И вот его имя было Наян Абхирам Прабху. Наян Абхирам, что значит? Это бенгальское, санскритское слово. Значит, то есть какое-то прекрасное чувство, которое возникает на от смотрения на что-то прекрасное. The very sight of Bhakti Vivek Bharati Maharaj was so charming. И вот каждая часть Бхакти Бхакти Вивека Бхарати Госвами Махараджа была очень чарующей, он был подобен Прахладу Махараджа. Прахлад Махараджа был dark color, not white. Somebody is speaking wrong. Прахлад Махараджа was dark color. And Prahlad Maharaj, you know, petal-like eyes. Bhakti Vivek Bharati Maharaj, he was tall figure. И вот Шрила Бхакти Вивека Бхарати Махарадж, он был высокого роста, около 7 футов. Chest is this. Его грудь тоже была такая широкая. When going to sit anywhere, если он садился куда-то, то можно. Люди удивлялись его такому внешнему виду, но сила могущества к нему пришло благодаря Гуру Крипе. Кто-то может проповедовать. Еще Шрила Прабхупад говорил, что проповедь и пропаганда — это разные вещи. Если вы не обижаетесь, и вот если вы находитесь на нейтральном положении, то если вы посмотрите на Гуру Вайшнавов, то увидите, что какое-то сияние исходит от них. А почему из-за Гуру Крипы те, кто находится в гармонии с Гуру Парампара, если мы видим их на каком-то собрании, то увидим какое-то, какое-то сияние, какое-то могущество исходит от них, как Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж и другие великие вайшнавы. Можно видеть какое-то буквально какая-то энергия, какая-то сила исходит от них. И вот сила Бхакти Вивека Бхарати Махараджа, он был высокого роста, похож на Прахлад Махараджа. И если Bhakti Vivek Bharati Maharaj, his eyes was almost reddish in color, like, you know, it seems some intoxication. Еще у него глаза были красноватые. Darshane pavitra karo ei tomar gun as a 100%. No. I can speak some direct document I can speak to you. Not I'm making any story. И вот Бхакти Вивека Бхарати Госвами Махарадж был
старше Шрилы Прабхупады по возрасту. Ну, такая старшая. В материальном мире можно видеть, есть такие пословицы, что старших уважать надо, но в духовном мире старшинство определяется по качеству и количеству баджана человека, по его прогрессу. Seniority should be given priority, but this is not Vaishnava Siddhanta. This is not Vaishnava Siddhanta. In Vaishnava Siddhanta, even minority can be granted. Not minority, not majority. In Vaishnava Siddhanta, you are speaking, majority should be granted. But I think, as per Vaishnava Siddhanta, minority should be granted. Because I find positive thing. But you are fighting with me. Maharaj is written, majority should be granted. But I think minority should be granted. And you think seniority should be given priority. But I think juniority should be given priority. It depends upon the quality. It depends upon the qualities of Vaishnava Siddhanta. It depends on Vaishnava Siddhanta. Otherwise, Shukdev Goswami is only 16 years. Why father, forefather? Vyasadeva, Dhoma, на духовном пути старшинство значит те, кто больше имеет больше прогресс на пути баджана, как можно видеть Шукадева Госвами, Шукадева Госвами. Когда Шукадева Госвами пришел на их собрание, то все встали и выразили ему почтение, хотя его телу было всего 16 лет, а там присутствовали муни, которым сотни и тысячи лет, а то и больше. И вот Бхакти Век Бхарати Госвами Махараджи, его по физическому возрасту, его тела, он был старше Шрилы Прабхупады, но несмотря на это, он имел огромную любовь к Шриле Прабхупаде. И когда он пришел к нему, Шрила Прабхупад посмотрел на него. Он дал ему Харинами Дикшу, и его имя стало Наяна Абхирам Прабху. Он был великим поэтом также. Бхакти Вивек Бхарати Госвами. Previous name Наяна Абхирам Прабху. Наяна Абхирам Прабху. Вот его получил имя Наян Абхирам. It is the excellent darshan of Бхакти Вивек Бхарати Госвами. Наяна Абхирам. I mean, by his own darshan, he was successful to give a, you know, pleasant feeling inside by his own darshan. И вот он своим даршаном, он мог обрадовать чьё-то сердце. By giving darshan, he was successful to give you a very charming feeling. It's called Nayanabhiram. I mean, you can feel very happy to see him. Bhakti Vivek Bharati Goswami Maharaj was given sannyas very quickly. И вот он достаточно быстро получил саньясу. Почему так быстро? Поскольку Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами может видеть все. Он получил саньясу от Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупады. Благодаря своему 100% самопреданию Гуру-Анугати. И Шрила Прабхупад в то время не было так много преданных, и впоследствии стало приходить все больше и больше, и Шрила Прабхупад занял его в служении, в таком служении, чтобы говорить Харигатху. Он был прекрасным оратором. Any man in front of him.
Прабхупад отправлял на проповедь в различные места. И в итоге Шрила Прабхупад решил отправить Бхакти Век Бхарати Махараджа в Бангладеш, в Даку, столица Бангладеша. That time Madhya Gauriya Math was not established. Try to remember that Madhya Gauriya Math was established almost by Bhakti Vivek Bharati Maharaj. Almost by the same. If I say that, you know, если я скажу, что Шрила Прабхупад основал там матх, это более правильно. Но он был, Шрила Бхарати Махарадж был главным проповедником в том месте. И сейчас мы можем сказать, что есть отделение мадов Гауди Матх в Даке. Пытайтесь вспомнить. В то время еще, да, было достаточно давно, это были какие? 1930-е годы. Или даже 20-е. В то время не было громкоговорителей. И вот он отправился по указанию Шрилы Прабхупады в Даку. Он сидел на поле, но удобства в то время тоже особо не было, и вот он говорил Харигатху просто на каком-то поле, и множество людей пришло, чтобы слушать эту Харигатху. И вот он просто сидел на каком-то открытом поле и говорил Харикатху, и люди видели и привлекались. И вот я слышал от Гуру Варги, просто видя Бхарати Махараджа. И вот люди просто видели его и вдохновлялись. И Бхакти Вивек Бхарати Махарадж, в соответствии с наставлением Шрилы Прабхупады, он читал читание Бхагаватам. И вот часто можно наблюдать, люди, если куда-то ездят на проповедь, они цитируют Бхагаватам, пока выставляют себя как великих этих ученых, но Шрила Прабхупада наставление было в том, чтобы цитировать, рассказывать читание Бхагавата. И вот Бхарати Махарадж, он каждую шлоку он настолько прекрасно объяснял, прекрасно произносил, что люди привлекались им. И вот когда он читал читание Бхагаватам, все плакали вокруг. И в то время на день явления Шрилы Прабхупады я более подробно буду говорить об этом. И по вдохновению,
А точнее, по провокации. Сахаджи, которые там жили, они всех призывали не кооперироваться никак с Гаудия Матхам, никак не помогать, поскольку они завидовали, хотели соревноваться с проповедью Гаудия Матха. They wanted to call one big, you know, scholar from Santipur. И вот они пригласили какого-то ученого из Шантипура, чтобы организовать Бхагават-катху, чтобы переманить всех слушателей, которые ходили в Гаудия Матх. They're going to pay heavy amount. И вот заплатили много денег этому Шантипурцу. According to his own estimation, according to the estimation of material people, he is a great scholar. According to the estimation, I am not going to speak as a great scholar. I never speak. According to the estimation of common people, material people, according to his own estimation, he is a great scholar. You are going to invite. And that man going in, going to Dhaka, Dhaka, you know, big nice arrangement of Harikatha. That man sitting to speak Harikatha, maybe that was Kartik Vrata. That man speaking. И вот, в общем, он приехал. Because the soldier, don't go there, he's not great, he's great scholar. From Santipur, that's great. You can come and join our Harikatha. All people going there. And Bharati Maharaj, same thing. Many times I told them, I can never claim. И вот я много раз говорил, что я не могу заявлять о себе как о великом проповеднике. Если я делаю что-то, если кто-то говорит о себе как о великом проповеднике, то это глупо. Это показывает его глупость, поскольку вся ответственность за проповедь, она находится в руках Нитянанды. И вот вся проповедь, она находится в руках Нитянанды Баларама Баладева. И как мы можем заявлять, что мы великие проповедники? Это глупо. И вот Бхарати Махарадж зависел от милости Шрилы Прабхупады. You know, apply some principle so that people cannot come to me to hear Harikatha. Let them do. I am not feeling angry. Let them do some black magic, tantra, mantra, anything so that people cannot come. Какие-то ачарьи пытаются всячески привлечь people, привлечь людей к себе и отвратить от многих. И во время Шрилы Прабхупады также случалось часто. Вот однажды меня тоже пригласили достаточно давно. Какими-то преданными я был приглашен в Силигури, в Северный Бенгал. Махарадж говорил Харикатху там два раза на Бенгале, один раз на хинди. В общем, три раза Махарадж что ездил, говорил Харикатху. И вот там это Девананда Гаудия Матх пригласил Махараджа, преданный из Девананда Гаудия Матха точнее. Но когда первый раз он приехал, Силигури,
в Силигури. Раньше никогда не было. Первый раз Махарадж, когда приехал, преданные пригласили его. И вот первый раз Махарадж остановился в таком стоящем. Там был такой матхин, столько в процессе строительства находился, буквально хижина была простая, глинобитная. Но я и те, кто приехал с Махараджем, они были разочарованы, что такое простое. Это такая слишком простая обстановка, без всяких удобств, даже полуцементного не было, глинобитное все. И вот но Махарадж согласился, все равно принял их приглашение, и в итоге там получилась прекрасная харикатха. И вот Шрила Бхактививека Бхарати Махарадж, он начал говорить харикатху в этом открытом поле, после читания Бхагавата. Большинство людей ушло к этому. В общем, часть людей ушла, часть осталась, но Шрила Бхарати Махарадж не думал об этом, он не думал, сколько людей будут слушать его харикатху, и это признак чистого вайшнава. Они не привязаны к количеству. Они смотрят на качество харикатхи. Они смотрят на то, чтобы Бхагаван был доволен их харикатхой. Когда Шрила Бхарати Махарадж, он являл там свою виллу, много раз я говорил харикатху на месте явления Шрилы Прабхупады. Бхарати Махарадж был тоже там, он дал мне указание говорить харикатху. Сейчас я не чувствую никакого вдохновения ехать туда и говорить харикатху, поскольку Бхарати Махарадж ушел из этого мира, когда он был и чувствовал вдохновение, сейчас оно ушло, поскольку я знаю, могут там в основном только харикатхи практически не происходит, немножко киртаны и прасад. И вот когда Бхарати Махарадж ушел, я потерял вдохновение посещать то место. Вайшнав — это главное. Вайшнав, он даже, можно сказать, что он более важен, чем Бхагаван. Вайшнавы настолько важны, что я могу сказать, что вайшнавы даже более важны, чем Бхагаван. Бхагаван не будет говорить о себе. У меня есть привилегия, у меня есть надежда обрести общение с такими великими вайшнавами, как я могу забыть. Думаете ли вы, что я не благодарен? Как вы можете обвинять меня в неблагодарности? Нет, я вечно благодарен. Я вечно благодарен до последнего вздоха. Я хочу воспевать славу чистых гуру вайшнавов. Я хочу прославлять их, и это мой баджан. Я не понимаю, что такое баджан, я понимаю. Это мой Гурупад Падмай Гурвага, они сказали, чтобы я прославлял чистый Гуру Вайшнав, и это наш баджан, и это, и он, несомненно, принесет успех нам в нашей жизни. Это заверение нашей Гурваги, и при любых обстоятельствах я хочу воспевать славу Гуру Вайшнава.
Я удивляюсь. Бхакти Махарадж говорил Харикатху. Бхакти Век, Бхакти Госвами Махарадж, они говорили Харикатху перед небольшим количеством людей. И вот Бхакти Махарадж говорил Харикатху громко. Микрофон, смотрите, громкоговорителей и усилителей не было в то время. Да ему не нужен был, он громко произносил шлоки из Чайтанья Бхагавата. И те люди, которые пошли слушать лекции этого ученого из Шандипура, но им не понравилось, они пошли к Шри Бхакти Махараджу. But I cannot say great. But I cannot say, excuse me, I cannot say great. Bhakti Maharaj is great. All those people, they went to attain the harikatha of that, you know, that great scholar, gradually they feel disturbance. From their heart, they are feeling inspiration. I mean, Нитянанда дал им вдохновение, чтобы пойти слушать Харикатху Бхакти Махараджа. Бхакти Вивека Бхакти Махараджа плакал и говорил Чайтанья Бхагавати, Харикатху по Чайтанья Бхагавати. И это такое, и таково волшебство бхакти. Не забывайте об этом. Бхакти может расплавить лотосные стопы Нитянанды. Бхакти может расплавить наше сердце или мое сердце. В этом волшебство бхакти. Кто-то может всячески мешать, но я все равно буду продолжать говорить Харикатху. И вот я хочу сказать множество вещей, но времени мало. Шрила Прабхупад хотел открыть один мат. Там, в Даке. Но кто? Ну, эту землю было под этот мат где-то получить. Only one corporation field. Understand corporation? You understand corporation? Paurasabha. Corporation taking control of area. Dhaka city. Corporation. Who can give land? No land there. It's a main city. But Prabhupada want to open a temple in a main city. Who can give land? No land there. Because Dhaka, from British period, our father, forefather, we are originally from Dhaka. I took birth here. Махарадж родился в Калькутте, но родители, деды, прадеды, они жили в том районе, в Даке, как это было, Индия в то время. И вот Бхакти Век Бхакти Махарадж прилагал все свои усилия, чтобы получить какую-то землю для строительства матха в самой Даке, но не получилось. И однажды какой-то мусульманин, он был председателем местной корпорации, которая контролировала землю. He is the chairman of that corporation. Bhakti Vivek Bharati Maharaj, by his personality, by his personality, he was, you know, moved. That chairman was moved
И вот он вдохновился личностью Бхарати Махараджа, подружился с ним и посоветовал. Маулави Саеб, Маулави mean Muslim people, Маулави, you will have to speak. Маулави Саеб, my Guru Padma want to open one. И вот сказал, что его Гурудев хотел открыть храм Гуранги Махапрабху в этом месте и попросил помощи. И тот пообещал дать ему землю. И вот этот мусульманин, он помог, организовал собрание. But all assembly member can pass sign then. So Maulavi Sahib going to open and invite one meeting. And in that meeting, Maulavi Sahib was very important personality. He was very pious man. Muslim people were pious man. So all his followers, they wanted to give vote in favor of this opinion. But some Hindu. В общем, так получилось, что все мусульмане хотели дать землю Гаудиматху, а какие-то хинду возмущались. Gauranga, we can see one temple here in Dhaka, Gauranga Mahaprabhu temple. Why you are going against Gauranga? Eh? Whereas all our members, Muslim, you know, people, спросили хинду, зачем возмущаетесь? Хорошо, если у нас будет храм Гауранги. В итоге, в общем, решили. Большинством голосов проголосовали за то, чтобы отдать часть земли Гауди Матху. И вот отдали в качестве пожертвования Гауди Матху. Вот, впоследствии началось строительство. Шрила Прабхупад приехал, он говорил Харикатху по вот этой шлоке Джанмадасья. Как Шрила Прабхупад проповедовал, как Бхарати Махарадж проповедовал. I know everything, that's why I'm shedding tears. Now I have the scope to take some nice prasadam. Prasadam is always nice, but for material people I am speaking this way. That time, at the time of Prabhupada, but в то время, во время силы Прабхупада, packed rice, some very liquid dal, nothing. Где марш был достаточно беден, просад тоже был очень простой. Какой-то большой рис, и, ну, в большом смысле, крупный зерновой рис, и жидкий дал. На завтрак было мури, это дутый рис. And noontime, you can get fat rice, some lapra meaning guard, you know. Everything mixed sabji, little bit mixed sabji, and some rice. Even no pot, I can discuss, you can shed tears. No pot, where to? They are taking prasadam and ground. Popa shedding tears. You have no pot. Oh, Popa, we are practicing our renunciation. Даже тарелок не было, ели просто с пола. Шрила Прабхупада плакал, видя это, но преданные сказали, что не беспокойтесь, мы
практикуем отречение таким образом, но все же они совершили баджан, несмотря на такое внешне бедное состояние. Много вайшнавов было, а сейчас, наоборот, много денег пришло, но того баджана, того чувства уже нет. И вот баджан, он ушел. Никакие удобства не могут дать нам надежду совершать баджан. Хари баджан — это нечто уникальное. Если вы любите нашу гуру-вагу, преданных нашего Гаудия-матха, то вы обретете бхакти в какой-то день. Если вы критикуете, то просто потеряетесь в этом бесконечном мире. Вот. Благодаря проповеди Шилы Бхактивека Бхарати Госвами Махараджа, так много вещей я хочу сказать. И личность Шилы Бхарати Махараджа была очень могущественна. И царица Северного Бенгала Кочбихара. Там есть царский дворец, и вот эта царица местная, она была очень могущественна. Она думала о себе так. Но когда она встретилась с силой Бхактивека Бхарати Махараджа, И вот она какое-то пожертвование дала ему, а он сказал, что я не пришел собирать какие-то деньги, я хочу взять ваше сердце. И вот она посмотрела на Шилу Бхактивеку Бхарати Махараджа. You think I'm coming here to take some donation from you? Sit here. I'm coming here. И вот Бхарати Махарадж сказал, что он пришел, я приехал сюда, чтобы получить ваше сердце. Я хочу предложить его лотосным, ваше сердце лотосным стопам Гуранги. Вот он начал говорить Харикатху, и сердце изменилось. Total heart change. И вот благодаря этому первому даршану я хочу сказать многое, но времени мало. И таким образом она была успешна, а он был успешен в своей проповеди. И вот он написал прекрасную книгу. Он был поэтом. Шрила Прабхупада, он сказал, ваша поэзия великолепна. Может, обычные люди не понимают многое, но я знаю, ваша поэзия, она трогает мое сердце. И вот Шрила Прабхупада одобрил его поэзию. Бхарати Махарадж написал комментарий Бхагавад-гита. Not Simad Bhagavatam. He wrote one commentary. И вот он написал также комментарий к Бхагавад-гите. Also, I have the book. И также у меня есть эта книга. You know, Uddhav Sangbad. Uddhav Sangbad он написал. Uddhav Sangbad, fat, Bengali. На Бенгали. So many books he wrote. So many kirtans. Еще какие-то книги, какие-то киртаны. So many. And и when Prabhupada gone.
когда Шрила Прабхупада ушел, по воле Йогамайи, какие-то проблемы начали возникать. И Бхарати Махарадж решил отойти от всех этих проблем. Он сел у Самадхи Мандира Харидас Такура в Пурушоттам Дхаме в Пури. И вот он начал повторять Харинам. И вот он решил оставить свое тело, повторяя святые имена. Just near Haridas Thakur Samadhi Mandir, you know, in Puri, Bhaktivinoda Thakur Bhajan place, just near Samadhi Mandir of Haridas. Follow there. And also, he is going to take one small place and there is sitting Harinam. But finally, Siddha Sarup Prabhu. Но в итоге Siddha Sarup Prabhu. Это Бхакти Сваруп Сидданти Махарадж впоследствии. И вот он был успешен в том, чтобы собрать все комментарии к Упанишаде, ко всем 12 Упанишадам. Кото, Кено, Мандукко, Шетоша, all different Упанишад, Бьяд, Араннак, all different, 11 Upanishad, men, important. He was successful to compile by very nice commentary, Upanishad and Vedanta. И вот он написал комментарий к Упанишадам и к Веданте. Это было последнее желание Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати. Он был очень занят всю свою жизнь и не мог написать комментарий к Веданта Бхашья. Вот Веданта Бхашья и Говинда Бхашья, она написана Баладе Видьябхушанами, чтобы это упростить это объяснение, этот комментарий, и написать более просто. И вот в этом было желание Шрилы Прабхупады это желание было исполнено Бхарати Махараджами, Сидданти Махараджам. И когда Бхарати Махарадж принял решение совершить баджан по Шутамдаме рядом с Самадхи Шрилы Харидас Такура, то у нас Сидданти Махарадж написал письмо Бхарати Махараджу. И вот он написал: «О Махарадж, вы мой Шикшагуру». И вот Сидданти Махарадж написал: «Махарадж, Прабхупад гон фром зе материал ворлд. Что Шрила Прабхупад ушел из этого мира, вы мой Шикшагуру, вы привели меня на путь духовности с моего дома». И вот Бхакти Бхарати Махарадж сказал, тот уже домой собирался уходить, а Бхакти Бхарати Махарадж вот отговорил. В этом письме написал, что как Шрила Прабхупад ушел из этого мира, так и вы ушли, уехали в Пури, я без вашего общения не могу жить дальше. И я готов умереть. И, получив это письмо, Бхакти Бхарати Махарадж приехал к нему. И вот они впоследствии открыли Сарасвата Асан
рядом с Чайтанья Гаудимат, Хамнахазри, Нарасубихари, Сарасват Асану. Я был там много раз. И таким образом Шрила Бхакти Вьяк Бхарати Махарадж и Сиддханта Махарадж, они вместе были успешны в том, чтобы исполнить желание Шрила Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупады. Я помню так много вещей, но времени мало на все. Bharti Maharaj was Bhakti Vivek Bharti Maharaj. He was given one property, small property in Puri Dham by one queen. И вот Бхакти Вьяк Бхарати Махарадж, very rich queen. She is the queen of one state, you know. Была дана какая-то собственность какой-то местной царицей. Она слушала харикатху от Шрилы Бхакти Вьяк Бхарати Махараджа. Она хотела принять прибежище у него. Махарадж благословил ее. И вот Бхакти Вьяк Бхарати Махарадж, он получил часть какой-то дорогой земли в Пури. И вот эта царица того места, она пожертвовала ему и пожертвовала деньги на строительство храма. И особенность Гаудия-матха, в которой основаны Сиддханта Махараджа и Бхакти Вьяк Бхарати Госвами Махараджа, то можно в их храмах увидеть множество скульптур, множество украшений и изображений Лилы Бхагавана. И в Навадвипе тоже есть и храм, можно там это все найти. И вот также на воротах его, и также на воротах и храмов изображены скульптуры обезьян, которые олицетворяют то, чему должны следовать обычные люди, не смотреть на плохое, не говорить о плохом и не слушать о плохом, слушать плохое. И вот там три обезьяны, одна уши закрыла, другая рот, третья глаза. Значит, мы не должны говорить плохое, слушать плохое и смотреть на плохое. Если вы можете контролировать ваши органы чувств, тогда вы получите возможность начать хари-хари-баджан. Мы не можем контролировать наши органы чувств. Кто-то заявляет о себе, как о великих ачарьях. How you know how to make fool of people and bring money? How you can act as a cheater? Bhakti Vyak Bharati Maharaj was not a cheater. Bhakti Vyak Bharati Maharaj не был обманщиком. I cannot speak. Я не могу сказать. Actually, we Gaudiamath. Мы преданные, подлинные преданные Гаудиматха. Мы вечно благодарны этим великим преданным. И мы благодарны тем, кто благодарен лотосным стопам таких великих преданных, как Шрила Бхакти Вьяк Бхарати Госвами Махарадж. Я могу сказать, что он был сердцем Гаудиматха. Гаудиматха — это прекрасная сиддханта, поскольку мой гуру Падпадма написал книгу «Сердце Кришны». А преданные, все преданные — это сердце Кришны. И если я скажу сердце Гауди, что Бхактивинода Такура — сердце Гаудиматха или Шрила Прабхупад,
сердце Гауди Матха или Шрила Бхакти Вивек Бхарати Госвами Махараджа. Сердце Гауди Матха это будет правильно. Что говорит еще такая Сиддханта, его характер, его этикет. И потом могу. И какие обычные люди говорили про него, что он очень зол. Он да, своего севака бил, который не служил, а спал во время служения. И кто там превратно понимал его поведение, как-то объяснил в следующий раз. И на сегодня конец. Сарва-гуна-истатра-шама-сати-сура Хару авакта-шакуто махадгуна Мано-ратена-сато-дхавато-вай Джас-шасти-бхакти-р-бхагавати-якинчана Сарва-гуна-истатра-шама-сати-сура Хару авакта-шакуто махадгуна Мано-ратена-сато-дхавато-вай Ванчакарпатару-сикепасинди-бхавича Патитанан Павана Бхавишна Бхё Намо.